К нам в редакцию приходят видеописьма. Одно из последних особенно радостное. Видновчане поделились с нами впечатлениями от победы наших баскетболисток. Я напомню, что за право попасть в четверку лучших чемпионата России девушкам из «Спарта НТХ» пришлось побороться. На прошлой неделе они дважды встретились с командой из Вологды «Чиваката». В субботу мы уступили соперницам с досадной разницей 61-65. Победили «Вологду» в третьем, решающем матче серии 1/4 финала премьер-лиги. Все проходило во Дворце спорта «Видное» 10 апреля. Баскетболистки «Спарта НТХ» завоевали путевку в полуфинал сильнейшей женской профессиональной лиги страны. Не забывайте, что прислать видео для новостей «Видное ТВ» очень просто. На почтовый ящик видное.тв@mail.ru. В нашей студии генеральный директор баскетбольного клуба «Спарта НТК» Анна Архипова фон Калманович. Анна Валерьевна, здравствуйте. Поздравляем вас с выходом в полуфинал. Расскажите, что дальше ждет нашу команду. Спасибо большое за поздравления. Я тоже хочу не только себя поздравить, но и всех людей, кто причастен к этой победе. В первую очередь игроков, тренерский состав, медицинский, весь административный состав с этой красивой победой. Ближайшим соперником теперь для нас становится команда УГМК, с которой мы проведем первый матч на выезде 21 апреля и второй матч дома 24 апреля. По результатам этих встреч будет известно, понадобятся еще игры или не понадобятся. Так что готовимся вот к этим предстоящим играм. Какой настрой у девчонок? Я думаю, что наша команда тем отличается, что настрой всегда должен быть на победу максимальный, на достижение максимального результата. То, что и показали девочки на стадии плей-офф в четвертьфинальной серии. Конечно, наша молодая команда, средний возраст которой 20,5 лет, показывает сегодня уже, что она может решать и самые большие задачи. Поздравляем вас еще раз, и наш телеканал желает вам победы и дойти до финала. Спасибо вам большое. Ждем на трибунах Дворца спорта «Видное». Спасибо. Я напомню, что в нашей студии была Анна Архипова, фон Калманович, генеральный директор баскетбольного клуба «Спарта НТК».